В низовьях реки Индигирки, неподалеку от Ледовитого океана, расположилось русское устье. Это старинное поселение, где живут русские старожилы, предки которых более 400 лет назад приплыли сюда, да и обосновались здесь. В настоящее время русское устье известно тем, что его жители веками слово в слово повторяли старинные песни и были, сберегли свой язык, уклад жизни. Я встретилась с уроженками русского устья, которые рассказали о своих корнях. Одна из них – Александра Иннокентьевна Солдатова. Родилась я в хорошей, красивой семье. Вот у нас была бабушка, мама, отец и брат старший, и три сестры. Ну, мама моя, значит, она по фамилии Чикачева. Она коренная жительница этого русского устья. Раньше был Полярный, а теперь они его переименовали. И было действительно русское устье. Это была рыбалка, заимка была. А теперь он поселок маленький. Вот, люди уезжают, конечно, мало осталось. И там, значит, наши бабушки теперь только 5 человек остались. Те, которые могут что-то рассказать, спеть, старину вспомнить. В общем, мой прадед, он прадед по бабушке моей, он поляк, приехал какие-то года, и он, значит, остановился у Сияни. У Сияни он женился на женщине, и они приехали туда, на наш края приехали, короче, в Аютунскую сторону. Там есть Бурлинский камень, это большой такой камень, даже про него песня сложена. Про Бурлинский камень, он как бы, это такая легенда ходит, как бы опевание его, как романс, типа. Ой, да Бурлинскот широт камень, ой, да над Бистраночкой стоит. Ой, да над Бистраночкой стоит, да. Ой, да, мама, мое солнце городит. Вот эта песня про него, значит. И, короче говоря, они поселились. Это бабушка с дедушкой, прабабушка. И у них родилось 13 детей. Из них я знала воочию 8 детей. И вот от них пошли. Фамилия у них была Шаховы. А мама моя Чикачева была. А потом когда-то были времена, приехали два брата, они были Солдатовы. И пошла эта фамилия Солдатовы. Наши родители и население занимались, они в основном все рыбалкой и охота. Этим они жили. Мы когда жили на рыбалке, участок называется, Лобозное, то там я начинала рыбачить оттуда. Со скольки лет? С 9 лет, наверное. Мы неводом рыбачили. Отец ставил сетки, перемет на осетра. А мы, мама, я и сестры, мы рыбачили вот неводом. Потом все это, когда мы уехали учиться все, и уже остались только отец с матерью рыбачить дальше. Ну, уже неводом уже не рыбачили, а отец сетками только рыбачил. Так как наши рыбачили на рыбалке, то они, конечно, у них одежда была совсем другая. Например, если тогда резиновые сапоги не были, так они из юфты свиной кожи шили длинные такие бронни называются. Они шили непромыкаемые специально. Из шкур оленьих и лап шили плеки, чтобы зимой вот ездить. На подушку ставили из оленьих лап нижней части, где это шаткары назывались они. Малахаи были, дундуки, парки, рукавицы камусные из оленьих шкур, а вот лап. Что такое дундук? Вот? Дундук – это из шкур оленей сшитые, они, чтобы там тепло было, мездрой вниз, а сверху вот это мохнатое было.
Это типа пальто, что ли? Да, типа пальто, но оно не пальто называется, а дундук. Понятно. Ага. А рукавицы камусные были из лап, это из шкур оленьих. Вот. Малахаи тоже шили шапки такие. Это олени тугут, олененок маленький, из него шили теплые. Ну, если всю одежду зимнюю шили из оленей шкур, значит, ваши занимались оленеводством тоже? Ну, оленеводством занимались, это другие занимались. Мы-то в основном на рыбалке вот занимались. Мы. Нет, оленеводством кто занимался? А, ну, они оленеводством занимались, это, как бы сказать, есть у нас поселок Аютунг, раньше они там занимались. Вены. Стада были, сейчас Оленегорск. Они переехали туда. Значит, ваши тогда у них, ну, а наши покупали, да, эту шкуру? Нет, они сами убивали, ездили, охотились в тундру на оленей. И то, что вот они добудут, убьют, и они вот и шкуры выделывали они. И этим мы занимались, шили обязательно. Ага. Угу. А нитки тогда у нас были, капроновых ниток не было. Мы вот как бы... Когда оленя убьют, и на спине оленя есть такая жила. Вот, жила такая. Ее высушат, потом ее постукают, и из нее потом сучили на коленях эти нитки. Этим шили. И была очень прочная ниточка. Рыболовством занимались, да? А рыбу как заготавливали, как готовили? Это же была основная пища, да? Да, основная пища. Так же, как омуля любили на Байкале, тухлую. Ну, с душком. С душком, вот именно что с душком. Так вот эту рыбу и селедку, ряпушку, они потом уложили в этих подвалах, хранили на зиму. Вот. Потом долбили, ну, когда уже замерзала речка, они долбили уже свеженькую, хранили в амбарах, вот этих, в подвалах тоже хранили. Ну, основная могли. Рыба какая там водилась? А? Рыба какая там водилась? О, рыба, муксун, омуль, чир, значит, нали, нельма, осетр. Вот вы сами что готовили из рыбы? Если из омуля на сковородке делали, специально именно из омуля делали варку. Парка называлась. Они ее порежут, и потом на этой на сковородке они ее как бы толкли лопаточкой деревянной. Вот. И потом на зиму они ее заготавливали, какие-нибудь туиски такие были, ну, плошечки такие, они ее утрамбовывали и выносили на мороз, чтобы она замерзла. А потом, когда к употреблению, они ее, значит, приносили и как тортик отламливали эти кусочки и ложили, и так кушали. Еще. А из ряпушку делали юколу, стряпали. Ну, не стряпали, так они сказали, делали мы юколу. И они ее сушили, потом, когда она высохнет, из нее, значит, коптили, урусы были такие, и земляная уроса. Там, значит, посередке был такой шесток. И поджигали там лучиночки, и этот, даже тальник туда ложили. И была осина, дерево такое специально, оно же тлело так долго-долго тлело. И она, значит, дым разносился по всей Уруси, и там, значит, на грядочках вешали вот эту юколу, чтобы она коптилась. Вот, когда она закоптится, значит, они ее приносили домой. На доске резали ее мелко-мелко, потом в ступу и толкли ее там. Она была такая, как бы раструбушенная, ну, как вата. А потом ее брали и опять же туда, значит, чтобы была более-менее не сухая, а туда поливали маслом, не маслом даже, тогда масла не было, рыбьим жиром. Вот, потом опять утрамбовывали, точно так же, вот, в каких-то плошечках. И когда она на мороз ее вытаскивали, в общем-то, ее в подвале держали тоже в зимнее время. Потом приносили, опять снова так же по кусочкам делали. И вот получалось, называется барча. Mm-hmm. А из этого муксуна, рыба муксун, из рыбы муксуна делали тильно.
Вот. Тельно они брюхо не брали, хребет не брали, а только то тело, которое оно было такое сухое, нежирное. И потом толкли ее в ступе пестом. Потом ее, короче, так вот бросали, ну, в этом же, отбивали, короче, чтобы она такая прессованная была. Mm-hmm. Посолили, никаких ингредиентов там не клали абсолютно. Соль и этот. И потом вот так вот они делали ее лепешечкой. Посередке, значит, из рыбьей шкуры делали вместе с икрой начинку. Туда пережаривали отдельно на сковородочке, и сначала одна лепешка, потом сверху ложили вот эту атрибутику, в смысле начинку, потом еще одну сверху лепешку, и так делали, как тортик, и жарили на сковородке, на рыбьем жиру, и потом переворачивали, и когда вот она остынет, потом только резали кусочками, а там, значит, у нее начинка, точно так же, как тортик, все. Но только из рыбы. Да, из рыбы. А вообще мясом питались? У оленя есть желудок такой. Мы называли его сапог. Вот его оттуда брали. И потом, значит, когда его промоешь как следует, каждую, значит, эту самую, как вам сказать-то? Очистишь? Ну, вычистить надо его обязательно. Потом его развернуть туда, чтобы кожа сверху как будто была, и туда начинаешь. У оленя же еще рубашка называется, бывает, и кишки. Этот жир весь туда, и мясо туда напихивали, в этот самый сапог. Ну, желудок, короче. Угу. И завязывали это самое ниточкой, и так варили. Варили, конечно, долго, 2 часа, наверное, или 1.5 ли там. И потом, когда он остынет, потом резали его, как колбаса. Ну вот, угу. Собственно, изготовление. Да. Одной из самых активных хранительниц наследия русских старожилов является председатель общественной организации «Русско-Устьенцы» Татьяна Николаевна Шкулева. Родом я сама из села Русское Устье Алаевского района. И после школы сразу я уехала поступать в финансовый техникум, закончила его. И через несколько лет я вернулась в город Якутск. И когда я сюда приехала, мы решили, собрали общее собрание и решили создать нашу организацию. Организацию мы создавали с целью того, чтобы сохранить нашу самобытность, нашу культуру, наши песни старинные, былины, сказки. И у нас это, в принципе, получилось. В этом году мы отпраздновали свой 15-летний юбилей нашей общественной организации «Русско-Устьенцы». Как вы все это сохраняете? Мы собираемся, репетируем вот это вот старое, собираем именно вот то, что ранее уже ушло, то, что осталось, и то, что мы еще можем на своем диалекте рассказать, либо спеть. Мы выезжали в Великий Новгород. В нашем составе нашего коллектива и коллектива ансамбля «Русская Устьенцы». Выезжали в Великий Новгород в 2012 году, навели с ними связи. Отправляли туда детей на летний отдых. Наша организация выиграла грант, и мы отправили туда детей. Дети тоже побывали на нашей исторической родине, Великий Новгород. Как вообще вас там принимали? Принимали нас там очень хорошо. Отсюда мы выезжали, когда нас было 23 человека, и наше правительство сделало все, чтобы мы могли представить свою малую родину вот в таких вот специально пошитых на тот момент костюмах по историческим раскопкам, которые были пошиты специально, и которые до сих пор мы сохраняем, и вот в них и выступаем, да? Вот. И, конечно же, после этого у нас такие связи наладились, и нам к празднованию юбилея Великий Новгород подарил нам церковь. Привезли и построили. И тоже не без нашей помощи, наша организация «Русско-Устьенцы», мы встречали этих строителей. Все оплачивали им проезд, а все было за счет нашей организации сделано. Сопровождали их в Русско-Устье. И вот потом было открытие. И сейчас вот прекрасная церковь стоит в нашем Русском Устье. Такой костюм носили раньше
Женщины, да, в Русском Устье? Научные работники из Института гуманитарных исследований Республики Саха-Якутия делали раскопки в Походске, делали раскопки в Русском Устье. И вот по элементам, по крупицам собирали и шили. И пошили они не просто, вот, допустим, у меня вот этот сарафан пошит, да, он многоклиневой. Душегрея тоже, она очень так интересно пошита, да. И когда, кстати, мы приехали в Великий Новгород, то у нас оказалось, мы же не знали, куда мы едем, и вообще как будет сюда выглядеть, да. А оказалось, что костюмы, элементы костюмов у нас совпадают, мы же не брали их костюмы. А на самом деле элементы костюмов совпали. И мало того, что совпали элементы костюмов, у нас даже совпали фамилии. Новгородовы, Киселёвы, Шкулёвы, Чикачёвы. Вот такие же фамилии существуют и в Великом Новгороде, да. У меня фамилия Шкулёва, это моя девичья фамилия. Я ее не изменяла, когда выходила замуж, а муж перешел на мою фамилию. Потому что в то время у нас как бы получилось так, что одни девушки были, сестры мои, и у всех у них уже были другие фамилии, а у брата начали рождаться одни дочки. И поэтому я свою фамилию решила сохранить и осталась на своей фамилии. Да. И муж потом взял. И муж взял мою фамилию, и мои дети поэтому Шкулёвы, да. Вот и немножко Шкулёв. О Шкулёвых расскажите, откуда их род пошел-то, как начался? Ну, Шкулёвы, мой прадед, его звали Иван. По описаниям в книгах он очень был красивый, статный мужчина. Красивый, статный мужчина и очень красиво одевался. Но, видимо, они не были из числа, ну, как сказать, наверное, тех, кто жил более-менее бедно, да? У него очень красиво описывается упряжка собак. Как были даже собаки оформлены в этой упряжке, алыки называется у нас, да? Это то, что надевали на собак. Даже эти алыки, они были расшиты разным цветным сукном. И когда приезжала, как говорят у нас, вотнулась нарта, да? Ну, то есть он приехал, на прикол поставил собак. И все видели, и ребятишки описывают, как они говорили, что это приехал вот батя Ваня. Батя Ваня приехал, это вот его собаки. Красивое описание в этой книге, в книгах это красиво описано, по воспоминаниям наших старожилов. Вот. А мама моя была из рода Чикачёвых. Ну, у папы фамилия Шкулёв по отцу, а на самом деле мама его тоже была Чикачёва. Ветка Чикачёвых, это вот Алексей Гаврилович, вот это вот ветка Чикачёвых, да. А мама была тоже Чикачёва, но по другой ветке. Ну, у нас очень много издано книг. Спасибо издателям, что вот раньше и краевед наш Алексей Гаврилович Чикачёв очень много писал и очень много оставил после себя. Моя сестра Юлия Рускустинская много очень написала песен. Легенда даже есть о полярной звезде. И есть очень хорошая... написание сказания о Строганине. Вот это сказание о Строганине, сейчас я несколько строк расскажу вам. «Дошель, неведомо когда, кочуя по равнине, дича снегов, дича пурги, придумал Строганину». Вот. «С тех пор прошло немало лет, кочуют поколения, на Строганину до сих пор едят в стране оленей». Это вот я сказала первые и последние строчки этого. Сказание, которое мы написали к мероприятию «Зима начинается с Якутии». В этом сказании прямо изложила технологию приготовления строганины по-русско-устински. Строганину, она вот, ее надо сперва, когда приносишь, не просто взял и принес, да, чтобы она там, надо ее принести домой, чтобы она немножко оттолкла. Чуть-чуть стала такой, чтобы она не была не растаявшей и чтобы она не была сильно мерзлой. Тогда можно уже снять с нее вот этот вот чешую снять с нее, да, плавно, как говорится, чтобы жирок не срезать, как она описывает, да. Потом отдельно строгаем пупки, отдельно строгаем спинку, потом уже идут стружки. Строгаем стружки. И самая такая отличительная черта, что у нас в Русском Устье строганину строгают не просто вот построгали, вот поели стружки. У нас ее строгают так, что у нас остается один хвостик и голова. Полностью мы ее съедаем. Вот эта часть, которая остается после того, как стружки настроганы, строганины, да, называется казанок. И это тоже излюбленное блюдо. Строганок мы очень любим. И голову мы едим, и печень,
И то, что там есть кишки, да, до самого ее основания. В общем, остается голова и хвостик от нашей строганины. А, наверное, никто из Якутии больше так строганину не строгает. А мы вот любим так есть строганину, да. Я всю жизнь свою до школы прожила на Рыболовецком участке, безвылазно. То есть мы приезжали в райцентр, в свой поселок Русско-Устье, очень редко за продуктами, либо иногда нам разрешали сходить в клуб в кино. И так это было, длилось до 10-го самого класса. Да, а всю жизнь на Рыболовецком участке мы что делали? Мы, конечно же, помогали ловить рыбу, готовить ее. Приезжал большой катер, рыбу надо было из погреба вытащить, да? А каждый мешок весил 50 килограмм. Вот, а мы дети рано остались без родителей и жили у нашего дяди и тети, да, жили, которые стали нам вторыми родителями, и мы, конечно, им помогали. И вот мы встаем, с братом у них жили, и мы встаем вот тут, будь то утро, будь то ночь, будь то вообще там до полуночи, да, встаешь и идешь, и вот этот, как колодец раньше, оттуда вытаскиваешь этот 50-килограммовый мешок. И чтоб, не дай бог, он там еще не спал с крючка и не упал, да, не придавил там кого-нибудь в погребе. А погреба тогда раньше были большие. И вот, и мы жили на этой заимке постоянно, безвылазно, и зимой, и летом. И готовили, конечно, то, что у нас было. То, что у нас было. Я помню, мы часто жарили пережар. Это вот мука пережаренная, да? Которую брали с собой охотники, потому что она не портилась, ее можно было как коктейли развести и пить. И она никогда... Она очень питательная была. Это мука пережаренная, коричневого цвета. Так, часто делали очень оладьи из икры. Икряные оладьи. И как это делается? Ну, рыбы-то много было, икры-то много было. Эту икру месили, немножко муки добавляли, и у нас получались оладушки из икры. Они были очень вкусные. И излюбленным, конечно же, блюдом у наших предков была щерба. Это уха из рыбы, ее назвали щерба. Ее ели утром, ее ели в обед, ее ели вечером перед сном. Утром вставали, снова ее ели. И никогда она не надоедала. Недавно у нас прошел день родного языка, очень хорошо прошел, очень много пришло народу, побаяли по-нашему, да, так мы и называли этот тематический вечер, побаим, да, то есть по-нашему поговорим, да, и вот мы на этом вечере как раз постарались много дошкольного возраста детей привлечь, и школьного, и они там нам исполняли песни, частушки именно на нашем диалекте. Но это ли не здорово? Очень хорошо прошло, да. И почаще бы вот таких мероприятий проводилось. У нас здесь в Якутске проживает где-то порядка 40-43 человек, членов нашей организации. Это много, в принципе, да. И вот мы стараемся, находясь вдалеке от родины, здесь собираться. И вот то, что осталось, то, что передали нам, передать нашим детям и внукам. И еще у меня есть такая мечта, чтобы в нашем селе обязательно был въездной знак. Мы обязательно хотим объявить конкурс, создать соответствующий эскиз, и Бог даст, возможно, мы выиграем грант и воплотим в реальную жизнь, потому что приезжает поселок и практически фотографироваться негде даже, да? Въездной знак, он есть в любом поселении России, в любой деревушке есть въездной знак. У нас в Русском Устье, которая существует более 400 лет, нет въездного знака. Он будет. И Александра Иннокентьевна Солдатова, и Татьяна Николаевна Шкулева делают все, что в их силах, чтобы память о далеких предках, великих землепроходцах, сохранялась и передавалась будущим поколениям. Стороны, ты разбрызгай крупень дождик, помочи ты тебе.